Вот мы нашли в Тирасполе это учреждение, которое, я говорю, просто нас выручает и спасает, и дает какую-то нам надежду в его развитии. То есть мы вообще благодарны этому центру и всем преподавателям, потому что они очень обращают внимание на всех детей, на наших. То есть это наш спасительный круг. У нас пошло продвижение, мы начали обучать специалистов аботерапии, денверской модели, то есть мы начали подготавливать почву для того, чтобы мы могли создать здесь действительно полноценный центр раннего вмешательства. Сейчас у нас работают пока только 3 специалиста, они все уже квалифицированы. В основном у нас здесь, конечно, направленность на социализацию ребят. Это учебный процесс, это чтение, письмо, математика, это окружающий мир, это работа в трудовых мастерских, это социализация, ознакомление с окружающим нас миром, это лечебная физкультура и массаж. То есть вот большой спектр услуг для того, чтобы ребята понимали, что им оказывается помощь, и они кому-то нужны. Смотрим. Что ты видишь посередине? Зи. Зи. Зеленый, да. Нажимай. Умничка. Один раз пальчиком, хорошо? В первые 3 года жизни закладывается фундамент, навыки и качества, то есть познавательная активность, любознательность, уверенность в себе, целенаправленность, настойчивость, внимание, память, воображение. Если у него есть нарушения в одной области, мы с родителями вместе, со специалистами, мы вместе разрабатываем индивидуальную программу помощи ребенка. По этой цепочке мы работаем в этом направлении. С аутизмом мы познакомились в 2016 году, и вот с тех пор мы ведем очень хорошие партнерские отношения у нас. Мы уже реализовали не один проект и совместный, и до сегодняшнего дня. Также у нас есть очень хорошие партнеры, это ВНИЧЛ. Они оказывают услуги в повышении квалификации наших специалистов, и мы принимают наших детей. Если у нас есть сомнения в диагнозе, либо оказание помощи дополнительной, они принимают наших детей бесплатно.